Ну, а начнем мы с того, что вот сейчас последние события, которые произошли, они довольно знаковые события в стране, что происходит в суперсистеме. Вы знаете, вот это мюнхенское заявление Путина, но по нему разные есть мнения. Я вам выскажу пока свое вот личное предварительное мнение по оценке, оно еще, в общем-то, нигде не звучало, потому что заняты были мы. Восторга, в общем-то, мало. Почему? Потому что эта речь вызвала волну противостояния между Востоком и Западом. Ну, кто-то называет это началом новой холодной войны. Вот, хотим мы это или не хотим, какие он там мысли озвучивал, может быть, хорошие, но объективно результатом этой встречи, вернее, этой речи, явилось возрождение конфронтации между Западом и Россией. И в газетах, а я анализирую очень хорошо практически все такие центральные газеты, да и по интернету улажу, значит, получается так вот в терминах наших знаний, то, что мы даем, получается, что Путин оказывается вписанным в глобальный проект противостояния, разделяя власть. И вот это вот разделяя и властвуя, зная концепцию, как нам представлялось, а то, что он знает концепцию, я думаю, вы знаете об этом. Я не раз сам говорил, что лично ему рассказывал, что такие знания существуют. Вот. Выступая с такой речью, на таком уровне, не использовать метод упреждающего вписывания, он говорит о том, либо какой-то некий вот срыв, либо непонимание вообще того, что происходит. До этого, вы помните, все западные лидеры, общаясь с Путиным, были в восторге, вообще Запад был в таком состоянии, не хочу сказать эйфории, но очень хорошего отношения. И использовать вот это доброе отношение лично к Путину, используя вот эти знания, можно было осуществлять потихоньку вписывание западной цивилизации, руководителей западных стран под те идеалы, которые несет совершенно другая концепция. Вот, к сожалению, произошло то, что произошло. Поэтому надо задуматься над тем, чем это вызвано. Значит, либо это непонимание концепции, я не хочу сказать незнание. Не знать это нельзя. То есть концепцию, и как из последующих вот информации, которые я вам дам, ее уже знают наверху очень многие, хотя многие не знают. Вот. Поэтому другое событие такое, произошедшее, но последовало вслед за этим, это назначение министром обороны Сердюкова. Ну, это вызвало вообще буйное негодование у военных, хотя сами этого добились своим поведением, своим отношением к жизни армии, своим безразличием, который продекларировал когда-то Грачев, что армия не политика. Здесь тоже мысли такие очень вообще нерадостные. Значит, скажем так, вот, элементарные здравые рассуждения могут привести к выводу о том, что управлять автомобилем человек, который не знает ни правил движения, ни устройства автомобиля, это безумие. Если армия – это объект управления, то управлять должен тот человек, который хотя бы имеет хоть какие-то представления. Я понимаю, что ситуация в стране, значит, и вообще говоря, любой человек может освоить, ну не любой, но многие могут освоить новую профессию. Но выходить на управление такими сложными системами, которые являются армией, ну, наверное, должны, я не хочу сказать профессионалы. Профессионалы тоже могут загубить все дело. Но во всяком случае человек, имеющий об этом представление. Значит, а здесь бывший торговец мебелью становится, хотя он может быть хороший человек, еще раз подчеркиваю, но так нельзя. Значит, о чем это свидетельствует? Это свидетельствует, во-первых, о том, что сам Иванов, бывший министр обороны, там есть рассуждение о том, что он на президенте,
президент и так далее, что вот он его выдумал, Путин из-под удара, потому что армия это такой участок работы, где да еще там со всеми негативными последствиями вызовет у народа недовольство, что он не может там навести порядок, поэтому Путин его вывел из-под удара для того, чтобы он стал президентом. Доминирующей точки зрения. Я придерживаюсь другой точки зрения. То, что Иванов не справился с реформами в армии, ничего там не произошло. Значит, особенного, так скажем, выбил его, потребовалась смена. Но тут вместе с этим еще, вот если букву «Ж» помните нашу многовариантный сценарий, значит, какие варианты могут быть. Но то, что я не справился, это для меня лично очевидно. А то, что он его убрал с этой должности и поставил вот такого человека, тут есть серьезное размышление. Значит, и исходя вот из того, что автомобилем должен управлять опытный руководитель, такие руководители, я думаю, все-таки, несмотря на разгром армии, среди военных нужно было найти. Значит, оттуда никого не последовало назначение. Значит, совершенно человека далекого от тех проблем, то есть той атмосферы, в которой живет армия, назначить на это место, наводит тоже на грустное размышление. Значит, либо у Путина нет кадровой базы, и он вынужден, ну, можно было кого-то, так сказать, с точки зрения хотя бы, ну, как сказать, видимости такой, что ли, создать, подобрать. А вот то, что он выбрал именно этого человека, он ли это сделал, возникает первый вопрос. И тут приходит выражение Дерипаски, олигарха знаменитого, который на страницах газеты откровенно написал, что «А Путин наш менеджер, он очень классный, мы его наняли на работу, и он выполняет те задачи, которые ему поставлены». Вот исходя из этого, значит, можно сделать вывод, что он ставленник Сердюков определенных кругов. Почему? Потому что, говоря военным языком, в час X, то есть в критическую ситуацию, так назовем ее, тот, кто окажется у рычагов власти, тот, ну, в армии имеется в виду рычагов власти, тот может оказать существенное влияние на ход развития дальнейших событий. Вот. А вторая кнопка от ядерного чемоданчика теперь будет находиться у Сердюкова. Если это так, то можно сделать тоже выводы. А исходя из мозаичного восприятия, то, что мы знаем, надо в совокупности рассматривать все события с точки зрения учебы, надо вот кто хочет овладеть там или более глубоко, вы нарисуете прямо на листочке себе, возьмите широк, обои возьмите, значит, рулон, и шкалы проведите, значит, что на уровне международной политики глобальной, что в стране происходит, что в армии, что там в экономике происходит. И по шкале, когда будете сопоставлять эти события, многое покажется, ну, интересно. Во всяком случае, можно будет понять. На этот вывод, вот то, что мы оказываем влияние уже, сейчас в независимой газете, нет, в газете «Газета», вот на этой неделе, где-то дня два назад, буквально перед отъездом или отлетом в Калининград, нет, в Томск, значит, дана интересная шкала, я не успел ее еще обработать и довести, там дана цены за тройскую унцию золота в сопоставлении с событиями на глобальном уровне, то есть в мире. Да? И получается там, например, что цена золота менялась перед нападением на Ирак вот, Соединенными Штатами. Я понятно сказал, да? Так вот, я к чему говорю, если сопоставить вот эти события, связанные с назначением, с тем, что у нас впереди выборы, Государственную Думу, выбор президента, речь идет об этом, то вот в этот момент, в эти грядущие события в стране, тот, кто окажется у власти над вооруженными силами, влиять на ее процессы, может оказать существенное влияние. Ну и сопоставить
сопоставьте тоже с другими событиями. Сейчас, например, вот этот принцип разделять травливую власть, откуда он взялся, нам известно, но применительно к нам. Вот создали партию левой ноги, значит, Миронова. Ну, там сначала было это ля-ля-ля-ля, и вдруг Миронов вот на прошлой неделе заявляет, что они будут строить социализм. Ну, все в шоке, то есть, единая Россия строит капитализм, значит, а справедливая Россия будет строить социализм. Маразм это называется, да, вообще-то. Но маразм с одного уровня понимания, а если приподняться, то, значит, кто-то реализует. И вот я провожу вот эту линию, теперь сопоставьте, вот заявление Путина, он вписан в этот механизм, можно было наоборот, обладая уже опытом глобальной политики, значит, вписывать вот политику других и заявления делать не такие конфронтационные, значит, хотя они вроде бы там все оценят, о чем он сказал. По делам его, знаете, к результату, то есть на что ты сработал, можно что угодно говорить, так сказать, и иметь в виду. Почему мы говорили еще, помните, в самом начале нашей здесь новосибирской с вами совместной деятельности, и когда он стал президентом, мы говорили, оглашай концепцию, иначе ты не будешь понят ни теми, ни другими, ни третьими. Ну и как в соответствии с триединством, вот это информационное состояние, если вы заметили, где-то последний год, и особенно последние полгода, Путин выглядит очень грустным. Я не знаю, вот заметили, если вы это, то ну, мне было очень даже заметно. Вот это. Значит, поэтому все, что связано вот, с руководством страной на высшем уровне, вообще говоря, вызывает такое чувство настороженности. Дальше, если рассмотреть национальные проекты, которые делались, тоже и делаются якобы, они тоже наводят на грустное размышление, потому что с позиции концепции, значит, с позиции тех знаний, вот достаточно общей теории управления, других элементов концепции общественной безопасности, которой занимается Академия управления, семинар, который здесь проходит, значит, получается, что можно сделать вывод. Эти национальные проекты успеха не приведут к успеху. Почему? Потому что к ним подходят фрагментарно, то есть с позиции калейдоскопа, а не с позиции мозаики, то есть не с позиции целого. Ну даже тоже особого ума не надо, например, для того, чтобы поднять сельское хозяйство, вот проект там «Село», национальный проект. И для того, чтобы поднять село, надо, кроме всего прочего, там, выделения денег, кредитов, надо обеспечить соответствующей техникой село, хотя бы даже так, семенами, там, еще чем-то. Ведь этого ничего нет. Я вот недавно был в Кировской области, в газете там писали немножко, но если теперь вот глядя в глаза рассказать, наши люди, так вот, наши, так скажем, наших взглядов, они решили сделать такой агрохолдинг, куда бы объединить возможности каждого крестьянского хозяйства, там, где они еще остались, и совместными усилиями поднимать село. Потому что село разрушено. Я езжу по стране и вот здесь говорю, что не всегда даже исходя из того, что мы переосмыслили нашу деятельность во многом, потому что, ну да, скажем, когда говоришь, где-то было, что-то сделал, потом там оказывается не совсем хорошая обстановка, то есть кто-то отслеживает. Я вот недавно был в Курской области и видел, там села нет. Вот нет села, просто приезжаешь на встречи с людьми в село, идешь по селу, бегают ребятишки такие, ну они вот нормально еще светлые, подростки все в подпитии или еще, мужиков нет или есть какой-то там весь, так скажем, неухоженный. И одни бабушки хорошие сидят. Вот я с бабушками разговаривал в основном. Объехал, я вам скажу, приличную часть Курской области, поселок. И вот по Кировской области не ездил, я просто вот провожу параллель. А там та же самая ситуация. И когда стали разбираться, почему не берут вот этот агрохолдинг, делают, наши люди там работают и усиленно, и добывают всякие средства, возможности изыскивают через людей. Но по факту имеем что?
Оказывается, даже льготные кредиты, даже на длительный срок, отдельные руководители агрофирм не берут. И это что же, вроде бы, он же льготы, все. А оказывается, все, а неким делать. То есть кто будет осваивать эти кредиты? Берут те, ну, которые либо глупенькие, так скажем, и не задумываются над будущим, в надежде пробить, забудут там и так далее. Думающие люди не берут. Другая причина оказалась, что вся инфраструктура, которая обеспечивает вот село, ее просто нет, она разрушена в Кировской области. Ну, для примера, чтобы не быть абстрактным, например, вот вы хотите возрождать свое село. Мужиков на селе нет. Нашли гастарбайтеров, там пригласили из Узбекистана, из Таджикистана, приехали. А дальше надо проектно-сметную документацию на строительство нового птичника. То, что раньше, вот как бы, сейчас не получится. И это грамотные люди понимают. Для того, чтобы быть конкурентоспособными с Западом, надо, чтобы продукция рентабельная была. А для того, чтобы она была рентабельная, значит, надо соответствующее оборудование, соответствующее, ну, там, для птичников еще что-то, выращивание, культура производства должна быть. То есть телятник кирпичный, кирпич ляп-ляп, его сейчас не построишь. Нужны проекты, сметные документации и так далее. Поэтому, а это, этих проектных организаций нет. Вот чем сейчас и занимаются, чтобы хотя бы как-то выправить положение в другие регионы, вот этот агрохолдинг и наши грамотные ребята, они вот этим занимаются. Вот. И плюс на это еще накладывается, то есть разрушена инфраструктура-то. И плюс на это накладывается еще полностью коррумпированная чиновничья власть. Это ужас какой-то, вот просто состояние коррупции в стране, ну от Кремля до самого до края. И все ждут откатов. И эти национальные проекты уже в некоторых регионах, значит, просто уже поделили и все. Ничего не будет, это иллюзия. Все это обречено на крах. Почему еще вот в дополнение к тому, это вот как бы целостность, триединство материи, информации, меры, если из приоритетов обобщенных средств подойти и взять наиболее ярко, это выглядит вот национальный проект образования, значит, в чем он заключается? То есть все нацпроекты, они исходят, то есть мотивом для их реализации является экономика, то есть экономический приоритет, деньги. То есть для того, чтобы улучшить образование, учителю повысили зарплату, и образование стало лучше. Идиотия. Потому что если учитель на глазах учеников курит, выпивает, там, подает вот этот дурной пример, а таких количество учителей все больше и больше, как вы считаете, что-нибудь изменится в системе образования? Да ничего не изменится, чем хуже. Потому что денег много никогда не бывает, сколько не добавляют, вернее, да, много. Значит, все равно их будет мало. И новые требования, вся глупость. Значит, реформа образования на денежной основе не осуществишь. А о методике образования как раз никто и не говорит. О методах работы, о улучшении системы. Ну, ради что вот это ЕГЭ, так он наоборот. Если задуматься теперь так обобщенном виде, то давайте зададимся такой мыслью. Вот все сейчас обсуждают сами проекты, там это так, это не так, там, ну, если дальше жилье, ипотека, ну, тоже известно, какая ипотека, когда вот в независимой газете, значит, таблицу, тоже буквально вот на прошлой неделе, вот все освещают то, что было, ну, недели две назад, опубликовано сопоставление возможностей зарплаты и возможности оплачивать ипотеку. Ну и в частности, вот в центральном регионе, в Москве, в области, там такие цифры, я их запомнил. Средняя зарплата, а там считать есть меньше, средняя зарплата, это, то есть 100 человек средних, россиян, и один олигарх, и в среднем считают, 12 тысяч рублей. Вот. А за ипотеку надо платить 6 тысяч ежемесячно. Вот можно так жить, да? Откуда? Ну, то есть, полные глупости. Вот абсурдно. Я не об этом хочу сказать. Значит, если задуматься, а откуда возникли эти национальные проекты? То есть, что стало причиной такого вот этого самого? Значит, желания осуществить именно эти проекты. А причиной стало
трагическое положение вообще в стране и в частности во всех этих сферах. То есть наша элита с нашей, между прочим, помощью, а влияние, вот наше информационное воздействие и воздействие по всей стране, и я могу это вот очень, ну даже то, что вот в соседней области, в Томске сейчас выборы происходят, и как там осуществляется вот это информационное воздействие, как ведут себя разные группировки, там партии и прочее, тоже можно рассказывать. Вот, подвигло нашу элиту задуматься над тем, а что с ней будет, если не станет народ. Ну, например, это самый национальный проект сбережения народа. Создали такую систему медицины, когда приходишь к врачу и без денег тебе делать никто ничего не будет. И знаменитый доктор Рошаль, которого все увидели, который детей выводил из захваченного бандитами в Москве этот комплекс где-то. Да, Нурдоз. Значит, вот он сказал, что открыто сказал, об этом опубликовали все газеты, и тут же все тик-тик-тик, и ничего нет, вроде бы и не было. А он сказал фразу, я практически ее цитирую, это что же, говорит, получается, что же такая, он Зурабова там критиковал, и в контексте этой критики говорит, это что же за реформа медицины и вообще здравоохранения, когда больной человек приходит к доктору, ему надо делать операцию, а у него нет денег. Он должен уйти и, значит, умирать. Что это за система? И коротко сформулировал. Это фашизм. Вот оценка. Так вот, до них стало доходить, что, а если народа не будет, вы знаете сокращение, тоже буквально вот в этой же независимой на прошлой газете, значит, такие цифры приводятся, что к 2050 году от россиян останется 80 миллионов человек. Сейчас нас 142 миллиона. Ну, якобы, я не знаю. Это вот цифры, это то, что не мы там выдумываем из головы, это аналитики, ихние аналитики. И перед нашей элитой стал вопрос, значит, а если народа не будет, кому мы нужны? А им еще дали отворот-поворот, значит, глобализатора. Вы помните, когда Мордашов в Северсталь, он хотел влезть туда, мировую глобальную мафию, а ему дали отлуп, так сказать, пнули и оставили этого, значит, индуса, который там этим сталилитейным комплексом на мировом уровне заправляет. Дальше то же самое, Дерипаска и Вексельберг ринулись туда, значит, проникнуть в алюминиевый холд. А мы с вами изучаем и говорим, что вот, помните, на лекциях, что олигархам, ведь этим Ротшильдам, Морганам и прочим, им наши богатые не нужны. И они, вот эти вот Дерипаски, Вексельберги, в том числе и Путин там, вся вот так надо, управленческая элита, задумалась, а что же будет, если вот народу-то не будет? Там не нужны, здесь не нужны. Отсюда теперь сопоставлять, я же не зря сказал про Миронова, что они строят социализм. То есть в стране состояние неопределенности. Чего делать? Куда? Одна нога строит капитализм, правая, Единая Россия, Грозец Грызлова, спикером, а другая решила строить социализм. Смешно, да не до смеха вообще-то. Вот. Поэтому они и подвигли, а опять делают как бесструктурно, авторитетом. Кто идею выдвинул? Солженицын, если помните, идею сбережения народа. Значит, Путин якобы ее подхватил. То есть эти процессы управляемые, берется авторитет полуполитарного общества для всех, все, вот сбережение. А зачем сберегать? Вопрос. Ну и вообще все остальные у нас проекты, это тоже причина задуматься. Его деревни нету, люди мрут, значит, производство там гибнет, и все, чего же тогда мы? Зачем? Поэтому я вот, как бы в Москве там это все обсасывается в определенных кругах, информация к нам просачивается, хотя мы в эти круги не входим. Значит, тенденция такая, они говорят, да, это Россия, все, она пропала все равно. Поэтому они грабят до последнего. Вот у них, так скажем, если образ дать, самолеты с дежурным экипажем наготове, и как только чего, они взлетают и прощают Россию, у них там все везде есть на Западе. Это вот уровень понимания безнравственных абсолютно людей, которые им
плевать на родину, страна, там, люди какие-то, что только пошатся. Поэтому и несоответствие такое вот, значит, хлопочет о справедливости, значит, там, детишкам эти конфетки, карамельки дают, а сами на яхтах, вот строят сейчас это, вот больше нет проблемы, как построить олимпийскую деревню. Если бы на эти деньги, вот то, что там, я уж не говорю про сопоставление с этими нацпроектами, там ничего этого не идет. Значит, построить спортивные площадки по всей стране. Ну как вот, если для людей ты живешь и, так сказать, хочешь, чтобы твоя страна процветала? Нет. Кто там на этих горных лыжах будет ездить? Элита, то есть все они для себя делают вообще. Значит, а народ, страна там. Это другая система ценностей. Вы знаете, две концепции – справедливое, право и несправедливое. Поэтому все эти ложные лозунги, нацпроекты – все это для того, чтобы удержать миллионы людей в повиновении, в том числе и армию. Теперь вспоминайте, а для чего начал? То есть вот в совокупности все эти факты оцениваете,